Суд над коррупционером. В Златоустовском городском суде слушается уголовное дело в отношении государственного инспектора Ростехнадзора, который обвиняется в получении и вымогательстве взятки. По версии обвинения, он имеет отношение как минимум к двум эпизодам. В обоих случаях фигурирует сумма в 150 тысяч рублей. Обвиняется он в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки должностным лицом, сопряженное с вымогательством. А Уголовным кодексом предусмотрено наказание за такое преступление в виде штрафа в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы получения взятки, либо в виде лишения свободы от 7 лет до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности. В зале судебного заседания обвиняемый Ватрушкин предпринял все меры, чтобы удалить лишних свидетелей со слушания. Рекламу мне ни к чему, поэтому телевидение просил бы удалить из зала суда. То есть вы возражаете против этого? Да. Со съемкой или без правосудие состоится. Тем более, что фигурант дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов в марте этого года в момент получения взятки.